Расскажи, как тебе сегодняшний маршрутик? Фуфло. Точно, да? Все. Да не, орги молодцы, но маршрут фуфло. Грязи мало было. Прям вообще от слова совсем мало. По светлому бы найти было грязь. Да, 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 вообще погонь было. Всем привет, сегодня 20 февраля. Сегодня мы едем прокатывать один маршрут для кроссоверов. Думаю, что будет очень интересно. Так что смотрим и не отключаемся. Едет Саня на 35-х. Для него это не препятствие будет. Так, Исузи на АТ-шках тяжеловато ему чуть-чуть, но потихоньку карабкается. Заехал. Так, сейчас у нас Навара на АТ-шке. Слышь, Навара вообще прошла как святая. Так, ну все, все проехали. Она еще нас всех объедет. У нас все, ну, на Комсомольск надо кого возить. А вы, блядь, тачки подготовленные возите, блядь. На простой, надо на стандартной городской машине ездить. И так мы каждый день катаемся. Тупо настроят же с такими колесами. А дальше нас поджидал сюрприз. При объезде лежащего дерева мы попали в лютую грязь, где просидели 2 часа. Привольски помоешь. Не, не хочу. Да вода сейчас такой. Так, тут у нас препятствие. Заваленное дерево. Сейчас придется объезжать всем. Так, Сузуки на чуть подсела. Под колесо попал. Так, все, Сузуки вытащили. Сейчас следующий едет Lexus. Так точит! Вот это красота! Я не поеду! Вот, все, не!
Все, я сюда не полез. Это должно было случиться, Макс. Я сюда не полез. Как божика по воде, да? Не-не-не, все. Отматывай. По-моему, закопался, как божика. Так, и тем временем села Навара у нас, жопа подсела, все-таки почва мягкая. Ну как ощущение от маршрута? Помнишь мой номер телефона? Удали его, удали его! Саня решил проехать, но не получилось. Марин, что случилось? Он нефть нашел, понимаешь? На нефть поехал. Да. Так, Санька у нас на лебедке потаскивается потихонечку. Здесь, конечно, полная задница. Так, нам приснился Арктик-трак Toyota Hilux. Посмотрим, насколько она проходила. А я накидал, конечно, палок сюда. Не-не, раскачка есть, нормально. Еще чуть, Тём, газу дай сегодня. У нас так, ну все, мы выкарабкались из плена коварного, причем сейчас будем выезжать дальше. Ты все? Тебе надоела машина? Да. Человек поехал первый раз, решил, что он все. Че, Сань, рубиться едем? Ты хочешь сказать, мы сейчас дальше типа рубиться поедем? Ну, сейчас-то нам проще мы будет. Мы уже полдня тут. Так, отправили мы машинки, неподготовленные домой. Потому что мы дальше поехали на просеку. Здесь, ну, жестко очень. Потому что дорога у нас впереди. Вот такая вот вся заросшая. Хрен знает, куда это последний раз кто ездил. Будем пробираться. Так, осталось у нас три машины. Остался Toyota Arctic Truck. Исузи. Так, Саня на Исузи на 35-х пробирается.
Так, это Arctic Truck едет. Впереди у нас встает как под силу. Потихонечку борется. Не сдается на зимней резине. Нет. Так, Андрюха решил пройти боком по другой стороне, и сейчас посмотрим, насколько у него это получится. Так, он в принципе не встал. Мешает бревно. А дальше мы тянулись на лебедку до самой ночи. А что тут у нас происходит? Бензопилу забыли дома. А, мы рубим дровишки. Это лайк, ребят! Ура! Одно улетает, второе тоже. Все, Сань, нормально. Отпускай. Сань, отпускай. Ой, с собой эту палочку возьмем, нет? Да. Что-то грязно так вот вообще. Да не, он сейчас выйдет. Спасите, помогите кто-нибудь. А? Что-нибудь. Да, да, давай помогу. Все. Спасибо. Все. Давай, пока. А? Пока. Нет, у меня морда стоит. Так, подсели мы тут плотно. Здесь глина полная. Просто жесть. Машина на лебедках. Резина замыливается. Короче, одним словом. До этого он стоял, пытается сейчас тронуться, уже не может. Все, выехали мы из лесу. Едем уже по просеке. Сейчас у нас маленькое препятствие, объедем дерево, ну и все. Двигаемся домой. Всем счастливо, всем пока. Ставьте лайки, кому понравилось. До свидания. Расскажи, как тебе сегодняшний маршрутик? Фуфло. Конечно, да? Все. Да не, орги молодцы, но маршрут фуфло. Грязи мало было. Прям вообще от слова совсем мало. По светлому подойти было грязь. Да, вообще погоня была.